Привет-привет, друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий. Нет предела совершенства в игрушке Игграунд. Еще недавно мы управляли простейшими личинками, а вот теперь пытаемся подчинить себе драконов. Но я настолько увлекся подчинением драконов, что забыл совсем включить запись. Я уже слетал без вас на соседний остров, но вернулся назад, чтобы вновь с вами туда полететь. Поэтому я беру своего сейчас дракона, которого зовут Григорий, а маленького дракона, еще совсем молоденького, зовут Гришка, но я думаю, что когда он подрастет, он тоже станет настоящим Григорием. Летать на драконе. Сейчас я быстро просто метнусь на соседний остров, магический остров и достаточно полный опасности. Я здесь пробовал погружаться, но здесь абсолютно ничего нет. Пуст. В этом водоеме абсолютно нет жизни. Может быть, здесь есть какая-то глубоководная жизнь. Но для этого мне нужно что-то другое. Но не Григорий точно. Мне нужно что-то, что умело бы плавать и давать мне возможность жить под водой. Я не знаю, есть ли здесь такое. Может быть, и есть. Я недавно еще не знал о существовании драконов. А вот теперь просто летаю. О, здесь вот эти вот опасные птицы. Но я же на Григории. Ой-ой-ой, тихо. Я же на Григории. Жги, Гришка, жги их. Вот это что такое? Я что, собрать это не могу? Гелевый пузырь. Я удивляюсь этому, потому что я не брал этих гелевых пузырей. Ни разу. Так, осторожней. Гришка, береги себя. Ну что, поджарили, нет? Еще один гелевый пузырь. Взять, конечно, пригодится. Давай это тоже заберем. Темнеет, конечно. Не самое лучшее время мы выбрали для полетов. Осторожно. Еще один гелевый пузырь. Пока она тылом к нам повернулась. Слушай, а может быть, не обращать на них внимания? Где же этот остров? Вот. Вот этот магический, незнакомый, таинственный берег. Здесь этот маг, здесь он построил сундук, здесь какой-то, он сказал, будет наш штаб, в который мы можем входить. Не бойся, ты ведь уже имел с личинками дело. Проследить за одной из них и найти их логово будет несложно. Кстати, да, он дал нам задание, гнездо личинок. Нужно найти гнездо личинок. И вопрос. А дальше вопрос. А дальше вопрос, который нам предстоит разрешить. Для активации чего-то не хватает. Чтобы активировать вот эти строения, нам нужны личинки, насколько я помню. А может быть и нет. Подожди, вот это тоже что-то. Для активации чего-то не хватает. Есть сундук, в нем есть хлеб, немного стейков, немного угля, каменная кирка, удочка, сеть, наковальня. Стальной верстак. Печь. Найди новый предмет. Может быть, здесь нам стоит установить печь? А для каких целей? Печь. Это такая маленькая печка. Малюсенькая печь, да? Здесь можно слитки будет переплавлять. Ну, если горючее, конечно, будет. Проследить личинок. Да их ужас, как... Боюсь этих личинок, а еще мне нужно за ними следить, а?
Вот это какая-то каменная, может быть, даже не каменная конструкция, через которую я абсолютно не могу пробиться. Что-то скрывается там, возможно, не знаю, какая-то тайна. Может быть, я когда-нибудь и пробьюсь через нее, но сейчас не могу. Для активации. Здесь совсем какая-то другая флора и фауна. Вот смотри, какие-то... Опа! Какие-то опасные деревья. А тебя можно атаковать, а, дерево? А тебя можно скорпион атаковать? Это же скорпион или что это такое? Может быть, это и скорпион, но хпшки у него очень много. Забор поставь. Забор поставь-то, беста! А, нет! Это не скорпион, это, мне кажется, что-то другое. Это что-то опасней. Забор. Забор. Нужно поставить, нужно восстановить забор. Они же нам покоя не дадут просто. Это какие-то ядовитые, опасные твари. Где мой забор? Ну, если я сейчас здесь поставлю забор, то они и выйти не смогут. Они же меня замучат просто. А мои стрелы наносят им просто минимальный урон. Просто минимальный. Может быть, знаешь что? Может быть... Нет, не сеть, не сеть. Может быть... Использовать слугу? Дружка? А может быть, опаснейшего Перси? Перси. Давай выйдем... О, нет, подожди. Перси, взять! Взять! Перси, ты почему такой неактивный? Я что-то не пойму. Ты кого-нибудь будешь атаковать вообще? Или он только специалист по мышам? Хорошо, Перси, ладно. Ладно. Я тогда призову переключиться молодого дракона. Вот, вот что нужно было. Вот, вот. Гришка. Гришка, растительный глаз. Растительный глаз. А что это такое? Что это за растительный глаз? Не знаю, что это такое. Ну, наверное, какой-то ингредиент для чего-то. Дай-ка я тебя перебедую, мой красавчик. Дай-ка я тебя назову. Переименовать. Гришка. Маленький Гришка и большой Григорий. Ладненько. Не, давай так. Так, он смотри, он может сжечь и это дерево. Почему бы тогда и... Ну? Атаковать я его никак не могу. Ладно, непонятная и очень-очень агрессивная среда для обитания. Мне нужно выследить червей. Мне нужно выследить червячков. Где они обитают? А это что? А это что за страхолюгина? Ты видишь вот это? Что это за присоска такая? Я не видел такого ужасного. Нет, не трогай меня! Фу! Да что такое? Что за опасная какая-то... Опаснейшее место. Нет, не трогай меня. Ай, нет. Я не хочу умирать. Гришка, помоги. Гришка, спаси. Гришка. Отлично. Повышен максимальный вес. Знаете что? Знаете что? Мне как бы здесь не очень уютно. Я просто думаю, может быть, вернуться ко мне назад. Потому что я с собой ничего такого не взял. Ну как, ну пиццы есть немного, да? Чтобы здесь, например, мне что-нибудь построить, что для этого мне нужно? Чтобы хоть как-то начать жить. Чертеж склада, да? Для этого мне нужна древесина и ягоды. Строить я этого не могу, потому что у меня нет ресурсов. А мы вместе можем с Григорием и с Гришкой вместе можем летать, да? Ага.
А использовать тебя как склад я могу, интересно? Использовать тебя как склад, Григорий. Или не могу? Могу. Давай я когда заберу назад. Личинка, личинка, мне нужно за ней проследить. Срочно, срочно. А у меня даже тут, у меня просто сил не хватает. У меня просто уже нет сил. Знаешь что? Мне было, конечно, интересно на этом острове, но он очень таинственный. Я все-таки вернусь назад. О, вот это он выдает. Что он творит? Гришка развлекается. Тихо. А зачем мне нужны эти гелевые штучки? Ну, наверное, для чего-то нужны. Наверное, будут для чего-то нужны. Я сейчас вернусь. Я сейчас вернусь на свой остров. Родной, дружественный остров. Тихо. Тихо. Так, паркуемся. Спешится. Так, надо его успокоить. Гришка. Перси, мне как-то с тобой спокойней. Так, пойдем вниз, Перси. Взять. Перси. Перси, кабаны! О. Перси, конечно, кабанов разрывает просто на ура. Взять. А вот на этих вот ядовитых никак просто не реагируют. Не очень, наверное, они аппетитны. Ну и ладно. И ладно. Уф. Как мне кажется, давно я здесь не был на этом острове. Уже и хлопок вырос, и пшеничка поспела. Всего здесь у меня много. Мне нужно добраться до склада, выгрузиться. Подождите со своими проблемами, ребят. Я такое сейчас видел. Там вы не представляете, что творится на том острове. Он полный яда и полный опасности. Мне нужно к этому подготовиться. Мне нужно много чего, чему научиться и много чего взять. Зачем этот гелевый пузырь, я не пойму. Ладно. Хлопок в сторону, уголь в сторону, железную руду в сторону. Гришка, лом. Ледяной мех мне тоже не нужен. Огненный бивень пока уберем. Растительный грас, драконья кровь, верстак, сеть. Пускай, может быть, пригодится. Дальше. Что мы будем делать? В одном из комментариев вы сказали, что титан может быть где-то здесь, внизу. Может быть, сейчас стоит спуститься вниз и посмотреть. Может, действительно, мы найдем титан. Хотя, может быть, он и продается. Сейчас посмотрю. Нет, титан не продается. Титанушки у нас нет. Тогда... Древесина, яблочки, мяско, удобрение, пшеница. Все это скину. Пшеница, мясо, яблоки, древесина. Факел у меня есть же, да? Факел у меня есть. Факел, и пойдем-ка, наверное, Перси вниз. Пойдем вниз. Может, действительно что-нибудь отыщем. Есть же еще темные места на нашем острове, где мы еще не были. Наверное, есть. Смотри, ужасная личинка. Можно было бы, конечно, может быть, ее приручить сейчас. Или не трогать ее. Да ну ее. Пойдем, спускаемся вниз. В самые глубины. Может быть, что-то здесь. Подожди, вот смотри, стрела. Надо было, конечно, знаешь что? Отдохнуть. Потому что с таким запасом сил, который сейчас у меня есть, мы далеко с тобой не уйдем. Не, ну здесь уже лава. Здесь уже опасно. Здесь уже горячо. Здесь никакого титана нет. Железная руда есть.
Опа. Голема просто разорвал. Разорвал голема на части. Можно, конечно, пробиться сквозь это все. Запас здоровья у нас имеется. Пошли прорвемся. Но опять железная руда. Алмазы. Алмазы, золотишко. И все. И дальше, дальше нам хода нет. Может быть, есть какое-нибудь снаряжение, которое позволит мне вот эту фиолетовую структуру раздолбать. Но сейчас пока просто я не могу никак. Запас сил на исходе. Подожди. Мне не нравится. Давай возвращаться назад. В общем, нужно плыть. Нужно плыть, нужно переплывать на другой остров. Он более как бы дружелюбен. Может быть, там что-то помочь сделать с этой электростанцией и возвращаться потом к этим личинкам. Не знаю. Наверное, сейчас буду сооружать вновь экспедицию и буду переплывать на другую сторону. Перси никак не реагирует на личинку. Так, давай-ка этот факел уберу в сторону. Стальная броня, каплевидный щит, фонарь. Освещает окружение, когда эпикирован. Можно использовать под водой. Горючее. Но почему бы... Но для того, чтобы использовать этот фонарь, я так понимаю, мне нужно будет чем-нибудь-то его заправлять, да? А горючее... Уголь. Ну, пока, наверное, интересно. Пока, наверное, все-таки я этот фонарь уберу. Пока будет, пускай каплевидный щит. Я сохранюсь, игра сохранена. Восстановлю себе... Подожди, что я сделал? Я музыку убрал. Как же без музыки-то жить-то? У меня есть щит, у меня есть топор. Очень интересный и очень... Я думаю, что нужно переплывать. Я думаю, что нужно брать и отправляться... Сесть в лодку и плыть. Перси, ты со мной? Перси, конечно же, со мной. И мы поплывем на соседний остров. Я, конечно, могу... Подожди. Вот почему ты... Почему ты не можешь просто спешиться и нырнуть с этой лодки вниз, а? Обязательно нужна тебе эта удочка. Хлеб, древесина. Собираем. Я думаю, что это все пригодится. Почему ты не можешь просто взять и нырнуть? Давай вот это все, что у меня есть, железная руда, перемещу на лодку. Алмазы, чтобы это как-то... Даже удобрение это, чтобы это не отягощало меня. Водоворот. Нет! Почему я не могу просто сойти на берег? То есть не на берег, а просто не нырнуть. Мне обязательно нужно забрасывать удочку. Я просто хочу покупаться, я просто хочу подмерять. Ну, значит, нужно... Не предусмотрено. Техника безопасности. Прилечу, значит, на драконе сюда. А почему нет? Прилечу на драконе и спокойно буду нырять, спокойно буду плавать. Так, все, паркуемся. Это я фонарь включил, да? Сейчас у меня... Секунду. Не то. Нет, фонарь я не включил.
Поплавать немного захотелось. Здесь никого. Все рыбы уже спят, наверное, давно. Тогда буду возвращаться назад. Войти на прибрежный склад. Так никого нет, да? Войти в гостиницу. Боюсь, мы не сможем вас поселить, пока не восстановят питание. Я понял. Без титана вы со мной не собираетесь разговаривать. Тогда я сейчас, наверное, начну сразу же поиски того самого титана. Это что? Это сера? И сундучок, смотри-ка, нашелся сразу же. А вот здесь и титан в сундуке. А сколько мне нужно найти титана? Всего лишь два. И я его сразу же нашел. Необычайное везение. Ну, я все же спущусь назад. Может быть, чего-нибудь интересного откопаю. Хотя бы посмотрю, что здесь есть. Здесь земля богата серой. Это однозначно. Кварц мы уже видели. Уголь. Ну, земля очень богата серой. Но есть немного... Чего? Ты не можешь долбить это... Это? Это ты не можешь долбить? Может быть, это же не железная руда, а тот самый титан, который скрывается вот в этой такой твердой структуре-то. Наверное. Но долбить я это не могу. Поэтому я сейчас, конечно же, отправлюсь наверх и просто починю... Как тяжело подниматься-то. Просто починю электростанцию, потому что у меня есть титан. А если бы я не нашел этот сундук, где бы его взял? Ну, наверное, там и должен был взять. В сундуке. Я сейчас на склад быстро... Не люблю вот ходить отягощенным. Уголь, кварц, сера, золотая рута. Ну, остальное, ладно, останется пускай. Прибрежный склад. Ух ты! Не думала, что ты и правда раздобудешь титан. Спасибо, теперь я мигом все починю. Получено достижение усиления. Готово. Чтобы запитать станцию, понадобится уголь или очищенная нефть. И еще здесь можно изготовить батарею. Не, ну очищенную нефть я не знаю, где брать, а уголь могу. О, у меня тут после ремонта остался металлолом, возьми его в награду за титан. Стальной слиток. Батарея. Не, ну батарея, может быть, это, конечно, хорошо. Это торгаши, да? Сделка с торговцем рудой. Ягоды. Этот топор, конечно, рубит сразу все. Может быть, мне здесь немножко тоже обжиться на этом островке? Почему нет? Что-нибудь построить, что мне пригодится для жизни. Верстак, чертеж склада. Ну, склад мне не нужен, склад здесь есть. Я чертеж амбара. Древесина. Много древесины надо. Очень много древесины. Ну, древесина это совсем не проблема. Здесь я могу делать... Ага, и все, да? И дальше все. Может быть, теоретически я могу пролететь это все на драконе. А может быть и нет. Хорошо.
Гришка, Гришка. Чертеж амбара, чертеж склада, чертеж загона. Что мне нужно? Кухня. Ну, например, амбар. Построю-ка здесь амбарчик. Почему бы и нет? Давай этих ягодок. Наконец-то мы снова в деле. Еще бы избавиться от этих разбойников. А ты силен, Навис. Можешь их отпугнуть. Торговцы просят разобраться с разбойниками, ворующими товары. Принять. А чего вы раньше не говорили, я не пойму. Пуля. Ружье. Револьвер. Секунду. Постройте здание с помощью чертежа. Ну, этот за рыбалку говорит все. Мне просто интересно, а я могу купить где-нибудь чертеж, который позволит мне... делать то же самое оружие, а? Ну, пулю я могу, стальную броню могу там приобрести, мегарюзак, часы даже, время суток, карта, а это не очень ультра-рюкзак, просто ловушка, сеть, стальная броня. Я просто хотел бы, может быть, чертеж, я бы сам смог мастерить, мне самому бы интересно было бы сделать револьвер или чего-нибудь подобное. Как бы с луком против разбойников, наверное, не очень. Это разбойник стоит, а? Сегодня нам везет, добыча сама идет в руки. Стоило нам сбежать от Эмирозов с грязными экспериментами, как дела пошли в гору. Тихо, упырь, ты чё? Перси, взять его! Ты еще не знаешь Перси. Где этот разбойник? Где этот трус? Перси, взять! Перси. Запас сил на исходе просто. Надо мне срочно пицца. Мне нужна пицца. Пошли, Перси. Так, секунду, каплевидный щит у меня стоит? У меня щит каплевидный стоит или нет? Перси, ты будешь его атаковать или нет? А если я под землю? У меня фонарь здесь стоит, вот что у меня здесь стоит. Переключиться. Блок, отлично, ага. Перси, ты будешь атаковать? Вообще, ты что-нибудь будешь делать? Перси. Так, раз, два, он бьет, потом вымок. Раз, два, бьет, вымок. Я жду. Раз, два, бьет, вымок. Я жду. Удар. Перси. Удар. Удар. Отлично, стальной меч. Кто это? Кто бы мог подумать, что выживших так много? Да! Но этого все равно недостаточно. Чтобы спасти человечество, мы должны объединиться с другими колониями. Думаешь, есть другие? Наверняка есть. Нужно просто их найти и способ выйти с ними на контакт. А если в пути на нас нападут? Хотя бы будем знать, что сделаем все, что могли. Я не собираюсь отсиживаться на этой планете только потому, что сейчас все спокойно. Разбойнички. На энергостанции можно изготовить батарею. Для этого тебе потребуется сера и стальной слиток. Там же ты сможешь ее перезарядить. Зачем мне нужна батарея? Я бы, может быть... Ну, зачем она мне нужна? Пока батарея находится на дворе, твое снаряжение будет обеспечено энергией. Ну ладно, раз вы так предлагаете мне изготовить батарею, пойду я смастерю батарею. Тем более, что все... Ну, хорошо. Батарея у меня есть, но у меня нет того снаряжения, для которого нужна эта батарея, да? У меня обычный топор, обычная стрела, у меня даже нет ружья. Вот, смотри, что она хочет сказать. Наконец-то у нас снова появилась энергия. Эк, было бы еще с чем...
повозиться и с техники. Если поможешь мне построить завод, будем производить всякое. Всякое? А вот, значит, где нужно брать завод, да? Ферма. Ферма у меня есть, но мне... У меня на этой ферме ничего абсолютно не растет. Может быть, мне чего-нибудь там... Зернышко какое-нибудь. Не завалялось у меня какое-нибудь зернышко в кармашке? Какое-нибудь зернышко. Семя хвойного дерева. Не, пойду я, знаешь что, прикуплю какое-нибудь зернышко, посажу, чтобы что-нибудь росло, что-нибудь нужное мне. Секунду. Продолжаем. Не могу поверить, что энергостанция не работает. Как мне теперь вести дела? Слушай, что, она опять заглохла, что ли? Ну, ей же нужно постоянно энергию, поэтому... А энергии-то у нас нет. Сейчас будет. Сейчас насобираем уголька. Хорошо, что здесь угля-то предостаточно. Запас сил на исходе. Добавить горючее. Нет, ну нефть, наверное, зарядка батареи. Зачем это все мне нужно? Мне нужно восстановить силы. Мне нужно что-нибудь съесть. Итак, мы получили задание построить завод. Механик хочет возиться с механизмами на заводе. Для этого нужен уголь и сера. И кварц. Ну, в принципе, это не такие уж там... Какие-то невозможные предметы. Я что хотел? Я хотел семена пшеницы, семена яблок, семена... Знаешь что, я семена яблок куплю. Какие дорогущие семена. Семена пшеницы, может быть. Рис, семена сахара, семена хлопчатника. Давай семена пшеницы. Засадим этот остров. Это все возьму. Семена яблок посадить. Яблоневый сад. Ну а с этой стороны пшеничку, наверное, посажу. Ну, на этом острове-то некому работать, да? Это там мне помогают. Охотник добавил на склад мясо и все остальное. А здесь-то работать некому. Придется, наверное, самому все вот это собирать, самому все это удобрять. Растет потихонечку. Мне нужно подумать о том, как мне восстанавливать силы, потому что силы мои скоро закончатся. Перси, мы будем охотиться на разбойников или нет? Перси, ты будешь что-то делать? Ты видишь, что творится? Ниндзя просто, ниндзя какой-то. Будем обходными путями идти. Не, слушай, их так просто не возьмешь. Перси ничего не делает. Знаешь что? Я могу, конечно, их удивить. После того, как съем пиццу. Перси какой-то стал слишком слабовольный. Гришка, а ну-ка, где ты есть? Гришка, где есть Гришка? Не понял, а что, Гришки нет, что ли? Я ж тебя призвал. Вот он, Гришка. Как же нету Гришки? Гришка, а ну покажи, кто здесь хозяин. Давай. Пошли на этих. О-о-о! Вот и все. Албазы, золотой слиток. Сразу. Молодец, хорош. Хороший Григорий. Давай, козлуш, я тебя от греха подальше спрячу куда-нибудь. Перси. Тебе же покормить, наверное, уже давно пора, да? Корм. Корма-то особенно и нету.
Особенно-то никакого корма нету. Что здесь, растет что-нибудь? Вообще все медленно растет. Это все хорошо. Но мне бы еще нужна была бы кухня. Без кухни просто никак. Чертеж кухни. Для этого древесина и уголь нужны. Огромное количество и залежи. Знаешь, тогда... А это что за таинственный незнакомец, а? Эй, парниша, хочешь взглянуть на мои редкие товары? Такого больше нигде не купишь. Группер, титан, уран, карелла, сова. 1К, теневой плащ, реактивный ранец. Высота полета 6, чертеж кухни, улучшение кухни. Чертеж энерголинии, чертеж прибрежного склада. Любопытно. С тобой приятно иметь дело. Да, приятно, но у меня денег нету. Я подзаработаю, обязательно к тебе вернусь. А сейчас я хочу вот что. Это все убрать, яблоки убрать, яйца убрать, уголь убрать, золотой слиток, алмазы. Пойду я надолблю этого самого, что ли? Может быть, фонарь включить? С ним как бы намного светлей. Надолблю серы, угля, да построим в конце концов завод, хотя бы посмотреть, что это такое. Опа, сундучок еще один. Еще один титан. Пригодится, конечно. Да что ж так быстро забивается инвентарь? Из-за стрел? Стрел уже не так много и осталось. Надо все выложить. Полезли наверх. Энергостанция еще трудится. Еще есть горючее. Прибрежный склад. Титан, сера, уголь. Давай стальной меч один убрать, семя хвойного дерева убрать, удочка, лом, верстак, сеть. Ну, остальное все пускай может пригодиться. Каплевидный щит, зачем мне два убрать? 78. Давай вот гелевый пузырь этот убрать. Разбойники, построить завод. Ну, все для завода у меня есть. Единственное, что, может быть, нужно дождаться утра. Ну, для завода все есть, но лишним уголь не будет, поэтому он всегда нужен будет. Пойду насобираю еще угля, серы. Ну, может, тележку построить. Не знаю. Может быть. Запас сил. Надо бы отдохнуть, а потом уже загибаться всем этим. Пойдем тогда. Нет. В гостиницу. Питание восстановлено. Правда, Мирозы тут ни при чем, не могу поверить, что мы до сих пор платим им за техническую поддержку. Спалили энергостанцию и даже не удосужились ее починить. Нельзя просто перестать платить. Я не могу оставить гостиницу без присмотра, но если кто-нибудь сходит и поставит вопрос ребром, может и получится отменить это нечестное соглашение.
Новое задание. Хозяин гостиницы хочет, чтобы вы поговорили с Мирозами. Конечно, поговорим. Кто это такие Мирозы, правда, не знаю. Я не понял. Желаете остаться до ночи? Всего 50 монет. Чего? Какие 50 монет? Подожди, что они хотят? Отлично, наконец-то будем чем поиграться. Мы разместим сейчас заводик. Только у нас здесь яблоневый сад неожиданно появился. Индустриализация. Теперь мы можем улучшать материалы и производить много крутых штуковин. Например, буры, цепные пилы и ружья. Вот. Вот где это все производится. Бур. Цепная пила. Для этого нужен кремний. Ну, бур мне будет полезен, я смогу бурить то, наверное, что доселе не мог раздолбать киркой. Ну, а цепная пила позволит мне пилить. Великая броня, револьвер, пуля-ружье, пуля-заряд, налобный фонарь, наземная мина, бинт, кремний, очищенная нефть. Нужна сырая нефть, палатка. Вот, палатка мне бы нужна. Но для этого ледяной мех нужен. Ледяной мех. Сундук. Стальная лестница. Стальная дорожка. Зачем мне какие-то вещи под водой? Ведь под водой там ничего нет. Может быть, я плохо, конечно, искал. Может быть, мне нужно поглубже занырнуть. И там что-то есть интересное. Ну и также все можно строить, все самое простое, да? Все простое и непростое. Хорошо. Тогда, наверное, я, пожалуй... А что, пожалуй? Что, пожалуй? Мне нужно найти место, чтобы сохраниться. Я, конечно, могу сейчас отправиться в гостиницу и попробовать переночевать, но 50 монет... Нет, ну это ж не так на самом деле и дорого, да? Давай попробую. Я слышал, главный корабль упал где-то здесь. Как вам удалось выжить без спасательных капсул? В этом-то и проблема. Все благодаря Мирозам. Они чудом усовершенствовали что-то в последний момент и спасли весь наш сектор. Выходит, мы у них в долгу. Но теперь мы лишились из-за них энергии. К тому же они стали бесчинствовать непонятных тварей. Я даже слышал, что кто-то пропал без вести в пустыне, неподалеку увидели Мирозов. И они думают, мы оставим все как есть. Хотят, чтобы мы еще и платили. Наше терпение на исходе. Игра сохранена, и мы отдохнули, а со всем этим, с этими ружьями и новыми технологиями, я думаю, что мы будем разбираться чуть позже. Спасибо, что смотрели, и пока-пока, до новых встреч, пока.